Фриделину нужна дисциплина. А какие у него перспективы? Я не думаю, что Фриделин поступит в лицей. Может, это связано с учителем? Тебе надо подтянуться! Тебе просто надо приложить усилия! Тогда у меня не останется времени поиграть! Скоро на большом экране. Волшебный лабиринт. Привет, Фридо. Я твое отражение. К твоим услугам. Я идеальный. У этого парня появилась идеальная копия. Так что завтра получишь одни пятерки. Ты хочешь пойти в школу? Добровольно? С радостью. Вот это класс! И теперь он может не ходить в школу. Осталось 10 минут. Я все. Здесь все правильно. Это надо отпраздновать. Но у идеальной копии свои планы. Он ходит за тебя в школу каждый день? В школе все думают, что ты превратился в ботаника. Где ты его взял? Привет, лузеры! История не только для школьников. Они опасны! Они хотят украсть нашу жизнь! Единственный способ быть идеальным... Доброе утро, фрау Плавитер! Весь наш класс исчез в зеркале! Готово! Быть самим собой. Нам двоим здесь не место. Это мой дом, а не твой! Весь четвертый класс внезапно. Надо спасти наш класс. Волшебное зеркало или двойные неприятности? Эмиль Леопольд. Скрипка полный отстой. Скоро в кино.